Вообще-то это восход солнца, по-моему, Бетховен. Полпроцента комиссии у них срезали, 5,5% осталось. Итак, все, первая композиция, Шазам здесь, вы здесь, и мы прямо сейчас начинаем. Одновременно запускается композиция, и я нажимаю на Шазам кнопку. 3, 4. Итак, готовы. 3, 4. Поехали. Все, что сдохло. Ольга! Ольга! Что? Так, как ты заточишь путь в твоих глазах. Но как же жаль, что Шазам первый определил эту песню. Все, ребята, у вас есть шанс. Итак, еще послаждение. Ваша группа, но... Слушайте, судьи, рассудите, кто был вы? Не смотрите на экран, я все видел. 3, 4, поехали! Следующая композиция. Слушаем. Поехали. Это Люся Чеботина, «Солнце Монако». Поем песню этого балла. Луна сверкает. Ну-ка, давайте все вместе. Поздравляю! Следующая композиция. Внимание! Знаешь ли ты, Максим, совершенно верно! Знаешь ли ты, вдоль ночных дорожных... Давайте так, еще один балл дам, если сейчас все вместе споем. Все, кто есть в зале. Команда, как спит, ноги в кровь. Пусть его теперь в твоих глазах не будет. Внимание! Посмотрим. Там где-то Шазам оторвался уже совсем, просто запыхался, не знает, куда ему деться от того, как вы молниеносно определяете композиции. Итак, внимание, финальная композиция, хотя и так уже все решено. Так, для профоры. Поехали. Белорусских? Совершенно! Нет результатов! И пускай капает, капает с неба, и думок как раз от тебя, где бы я не был. Для остальных я занят звонки. Шазам, как вы видели, ничего не нашел на этот запрос, а вы совершенно верно ответили! Дима Белорусских! Мокрые грозы! Браво! Команда людей! Найти к тебе, прыгни, объятия всей команде, браво, брависсимо. In the town of the Hammer Bell, in the town of the Hammer Bell.
тебя, как дела, как настроение? Слушай, не спеша, не спеша.